ветеран Великой Отечественной. Стрельба была, у кого что было, стреляли все. Расскажет о фронтовых годах. Мы сначала в боевом охранении были, а потом разбомбили нас, артполк. И увлечений всей жизни. Я не знаю, что мне больше нравится. Я люблю рисовать все. Покажет, чем рисует свои картины. Вот чем я рисую. Кисти у меня ни одной нет. Один день. Я всех писателей люблю, и классиков особенно. И единственный диагноз. Чтобы войны не было. Вот что самое главное. Смотрите прямо сейчас. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Трофимов в числе тех, кто мужественно и самоотверженно защищал родину от немецко-фашистских захватчиков в далекие 40-е. Сегодня он, как и в прежние годы, в победном строю. На его долю выпало немало испытаний, но он сумел закалить свой дух и выйти истинным триумфатором из всех жизненных передряг. Александр Трофимов, ветеран Великой Отечественной войны, воевал в составе 3-го Украинского фронта. Родился в 1926 году в деревне Радчино Оренбургской области. Окончил железнодорожный и медицинские техникумы. Работал мастером, рентгенолаборантом в Оренбурге. В 1978 году обосновался в Бобруйске, трудился массажистом в санатории имени Ленина. Награжден почетными грамотами за добросовестную работу и высокие показатели, медалями за ударный труд, за победу над Германией, орденом Великой Отечественной войны второй степени. С каждым годом все меньше остается очевидцев событий 40-х 20 века. Тем ценнее воспоминания тех, кто сегодня в победном строю. В этом выпуске программы мы расскажем о ветеране Великой Отечественной войны и как сложилась его судьба в мирное время. Наш герой родился в многодетной семье, которой пришлось пережить голодное время. Вспоминает об этом Александр Павлович со слезами на глазах. Родители потеряли одного ребенка за другим. Смерть, по рассказам его матери, дышала в лицо и ему, тогда двухмесячному малышу. Но он выжил вопреки всему. Мать уже положила меня под образа и говорит, ночью я услышал, вроде ты пискнул, встала, зажгла, значит, лампу, керосиновый свет, это не было даже в областном городе. Свет сделали в 43-м году только, провели в наш район. Окраина была. Ну и вот мать подошла, говорит, смотрю, глазки открыл. Я, говорит, взяла, приложила к груди, как вцепился, говорит, как начал сосать, а молока-то нет, потому что голод. И, значит, кое-как, в общем, я, видимо, выкарабкался. Александр Трофимов рано стал кормильцем семьи. Когда ему не было еще 15 лет, он пошел работать на танкостроительный завод. Родина тогда уже находилась в эпицентре военных событий. Я возил чушки из литейного цеха, в цех, в токарный цех возили мы вдвоем. Еще был мальчик, постарше меня немножко, и мы с ним вдвоем возили по узкоколейке из цеха, из литейного цеха возили чушки сюда, в токарный цех, где работали в основном большинство токаря, работали глухонемые. Трудился он и жестянщиком на комбикормовом заводе. В 1943 году герою исполнилось 17 лет, и ему пришла повестка в армию. Служить попал в минометный полк под Уфой, учился на младшего сержанта, а затем его отправили в авиашколу. Из 25 человек, 17 человек нас прошли в комиссию, и нас отправляют сначала в Уфу. Мы там прошли, значит, карантин 14 дней, валялись на нарах. И потом нас отправили в 3-й ЧВАШП. Это Чкаловская военно-авиационная школа. Располагалась она на Украине.
Он учился управлять военным самолетом Ил-2, но по определенным обстоятельствам летчиком так и не стал. В 1944 году Александр Трофимов попал на фронт в гаубичный артиллерийский полк 3-го Украинского фронта под командованием маршала Федора Толбухина. Был связистом. Мы, значит, разматывали катушки. Значит, мы же на передке никогда не были. Мы за передовой линией, а у нас разведчик сидел на передовой, и он передавал все, значит, разные, где пулеметчики там, где артиллерийские там эти пушки. Наводку давал командиру орудия. Его полк прошел через Венгрию, Молдавию, Румынию, Болгарию. Герой признается, бои в то время уже не были ожесточенными, но все же в одном из них он получил сильное ранение, которое выбило его из строя на какое-то время. Еще оставались немецкие группировки кое-какие. Болгары-то уже сложили оружие, даже румыны. Когда в Румынии мы прошли, вступили на болгарскую землю, были отдельные группировки просто немцев. Болгары тоже уже в нас не стреляли, они сдавались. Зачем они, значит, братушки на нас. Вот так. И мы, значит, прошли более-менее... с легкими боями. Тем более из «Катюш» мало стреляли уже. Ну, пушкари-то стреляли, были отдельные, были схватки такие. После восстановления в болгарском госпитале он вернулся на фронт уже в полк реактивных минометов. Победу застал на границе Болгарии и Турции. К тому времени Трофимов получил звание старшего сержанта. Герой вспоминает, всеобщая радость и ликование от полученного известия о завершении войны были просто невероятными. Стрельба была... У кого что было, стреляли все, абсолютно все. Такая стрельба была ужасная. Еще во время службы в армии у Александра Павловича возникло желание стать медиком. И в мирное время фронтовик осуществил свою мечту, выучился на фельдшера. Он работал в сфере детского обслуживания. А в 1978 году вместе с семьей переехал в Бобруйск, где 20 лет отработал массажистом в санатории имени Ленина. Я в Оренбурге закончил шестимесячный, вот перед тем, как сюда уехать, я закончил шестимесячные, значит, курсы массажистов. Приехала из Ташкента женщина, она и не медработник. А вы знаете, знала так хорошо массаж тибетский, вьетнамский, китайский. И она, значит, учила нас. Группа большая была. «12.30. Александр Павлович садится за свое любимое занятие. Вот уже больше 20 лет он пишет картины. Будучи самоучкой, наш герой обладает удивительным творческим даром, цветовым и композиционным чутьем. До этого у меня ни денег не было на краски, ни на масло, и не было времени. Я работал и работал. Вы же видите, сколько я работал? 56 лет работал, мне некогда было... заниматься. Мне нравится все. Я не знаю, что мне больше нравится. Я люблю рисовать все. Абсолютно все. И пейзажи, конечно. Но с натуры я никогда не рисовал. Фронтовик перерисовывает картины известных живописцев. Его самый любимый художник – Федор Васильев, который жил в 19 веке. Сегодня Александр Трофимов пишет его оттепель. Это уже энная по счету копия картины, которую воспроизводит ветеран. Свои работы дарит родным и знакомым. Эта картина была отправлена Петербургской академией художеств в Лондон на всемирную выставку художников. И там эта картина Васильева завоевала первое место и громадную премию, а он был очень беден. Она мне настолько понравилась из первых картин, и я их рисовал, вот это, наверное, у меня будет... шестая или седьмая картина. Трудно представить, но картины герой пишет обыкновенной проволокой, которая заменяет собой кисть. Признается, вышло это как-то само собой. На одну картину уходит много времени. Подолгу сидеть за любимым занятием не позволяет зрение. Ветеран работает по своей технологии и иногда добавляет в краски льняное масло. Масло я иногда добавляю, когда надо смешать и получить какой-то тонкий другую краску. То есть вот никакая краска не подходит, например, белесая какая-нибудь, вот такая, да? Такой краски нету, надо ее создать.
Значит, я смешиваю красную с белой, с желтой, с коричневой. Еще одно любимое занятие нашего героя – чтение книг. В фаворитах – писатели классики. Александр Павлович много занимался самообразованием и почерпнул из литературы в свое время бесценные знания, которые использовал в своей жизни. Писатели – это такая когорта, которая очень интересна по сути своей. У меня двоюродный брат писал книгу «Молодой человек». Жили они у нас в Оренбурге, он учился на геолога. И, значит, написал книгу «Молодой человек». И отправил в Куйбышев. И прислали его тетради, на толстых тетрадях он писал. Прислали, и под каждой строчкой, красной строкой, все его ошибки были расписаны на всем протяжении всей книги. И писали ему, значит, диагноз такой: пишите, пишите, пишите. Двор дома Паракосовского, где проживает ветеран, украшают деревья, посаженные его рукой, липы, березы, а также каштаны, которые каждый год зацветают к празднику Победы, самому любимому для нашего героя. Мир на земле для него – высшая ценность, которую он завещает своим потомкам. Я хотел, чтобы они никогда не встретились с войной. Никогда. Чтоб не было войны. Александр Трофимов знает цену хлебу, мирному сну и безоблачному небу. Сегодня для него главное, чтобы мы, наследники Победы, берегли то, что передали нам наследство прадеды и за что отдали свои жизни защитники Родины. Я Людмила Любимцева. Через неделю новый герой, новая история и тот же диагноз.